Приветствую вас, Кристина. Я думаю, что, конечно, нужно, потому что есть вещи, которые вас беспокоят. В данном случае это вот состояние, которое вы описываете. И важно, что вы пишете в основном о последствиях того, что вы переживаете, но не пишете ничего о причинах. То есть ага, все было хорошо. Было. И потом внезапно вы стали чувствовать апатию. Я думаю, что это не совсем так. Вероятно, были некие обстоятельства, которые как раз и повлияли на то, как вы себя чувствуете сейчас. И именно эти обстоятельства и представляют интерес для нас, психологов. И именно в этих обстоятельствах и кроется решение вашей проблемы. Если вы, конечно, хотите реально свои проблемы решать. Потому что некоторые люди этого не хотят. Вот. Ну, надо сказать, что вообще ситуация выглядит так, что вы просто измождены, вы просто истощены. Ситуация выглядит так, что вы просто не экономично расходовали свои ресурсы, вот, набирая множество задач, вот, которые вполне вероятно вам не по плечу или оказались, значит, то есть либо были, либо оказалось так, вот, и выглядит все таким образом, что вы просто не отграничиваете то, что вы можете сделать, от того, что вы сделать не можете. Выглядит так, что вы не отграничиваете то, что вы хотите делать, от того, чего делать вы не хотите. Это тоже очень важный момент. Вот. На который вам имеет смысл обратить свое внимание. Самое пристальное, я бы сказал, внимание, потому что апатия — это достаточно серьезно. Может быть, вы просто устали. Может быть. Может быть, ситуация несколько более глубже находится. Вот, честно говоря, это еще предстоит выяснить. Возможно, у вас что называется выгоранием, то есть слишком много всего на себя брали, за все хватались и устали, потому что в какой-то момент начали отклоняться от своих целей, начали отклоняться от своих желаний, и вам это стало крайне трудно, крайне тяжело. Собственно,
с этим нужно работать. Вот. А в этом направлении нужно работать. Чтобы понять, что конкретно и как повлияло на ваше состояние. Вполне возможно, какие-то и физиологические причины вашего состояния. Вот. Тут тоже очень важный момент. Вот вы пишете, что я очень стремительная и упорная. Это хорошо, что вы стремительно и упорно. Ну, наверное, при, знаете, условии того, что это все-таки как-то подкреплено ну, во-первых, мотивацией, то есть когда у вас есть ну, мотивация это делать, реально делать. Вот. И когда вы получаете живую обратную связь от того, что делать. Во всех остальных случаях, ну, ситуация выглядит, мягко говоря, бегством. Бегством от самой себя, бегством от своих проблем. Ну и как следствие, как результат, это ничего не решает. Ну, было бы странно, если бы решал. Вот. Поэтому такая история. Дальше. Потеря мотивации – это потеря смысла того, что вы делаете, что означает какой-то степенью его непроработанность смысла, я имею в виду. Вот. И с этим тоже нужно работать. Вот. Дальше. Так, сейчас откроем. Так, вообще стала большой пессимисткой. Ну, даже что привело вас к этому. Нужно посмотреть, потому что пессимизм, он, знаете, тоже разный бывает. Вот, бывает пессимизм, как философия жизни. Вот, и тогда для человека особой опасности она не представляет, такая философия, потому что он органично вплетается в его мировоззрение, в его позицию, и все хорошо, человек находится в гармонии с собой, потому что, ну, определенные, скажем так, подтверждение данной позиции найти, в принципе можно при желании. Вот. Но бывает пессимизм немножко другого характера. Вот. Бывает пессимизм именно характера ситуативного плана. Вот.
понимаете, какая история. Так что, то, что вы пессимистка, еще ни о чем не говорит. Перед тем спортом заниматься просто нет желания. Но опять же, не хватает здесь субъективных моментов. То есть, для чего вы, к примеру, занимались спортом раньше? Какая у вас, к примеру, была цель заняться спортом? Чего вы хотели, занимаясь спортом раньше? Это была определенная цель у вас, то есть, для определенной цели вы занимались спортом, например. Или вы делали это еще ради чего-то, ну ради там каких-то моментов, вот. То есть это все достаточно важный аспект ситуации, вот. Одно дело, если человек занимается спортом, потому что хочет этого, потому что ему нравится, потому что у него, опять же, в определенной степени есть философия, что спорт занимает важное место в жизни, и как бы все в порядке, вот. А может быть, совсем другая история, когда человек занимается спортом, потому что его заставляют это делать, вот. Потому что человек сам себя заставляет это делать. В общем, множество есть различных вариантов. Скажем так, степень осознанности принимаемых вами решений напрямую влияет на вашу конгруентность, то есть соответствие внутреннего состояния внешнему, и наоборот. Но у людей в жизни, к сожалению, гораздо чаще случаются истории, когда такого соответствия нет по разным причинам, и появляется в некоторой степени усталость, в некоторой степени нежелание что-то делать, и сопротивление, агрессия, которая, кстати, вполне, на мой взгляд, естественно и адекватно, вот, ну, потому что, если человек, например, этого не сделает, да, то может и заболеть, и всякое такое, вот, а я не думаю, да, что человек этого хочет, вот, ну, поэтому, соответственно, очень важно смотреть, как вы относитесь к себе, вот, как вы относитесь к своим желаниям, к своим потребностям, к своим переживаниям. Позволяете ли вы себе, например, релаксировать, когда вам хочется? Позволяете ли вы себе слабости, когда вам хочется? Как бы, как вы вообще относитесь к слабостям, если
с ними сталкиваетесь и понимаете, что это слабость. Как вы относитесь к ошибкам, если с ними сталкиваетесь и понимаете, что это ошибки? Ну и так далее. Вариантов достаточно много. Мне также кажется, что вы не совсем понимаете, как работает психолог. Психолог не дает совета. Мы не даем совета. Вот. Психолог, он помогает человеку разобраться в себе. Мы помогаем разобраться в себе. И мы можем помочь вам в себе разобраться. Если вы этого захотите, конечно. Если вы готовы к изменениям, которые не всегда приятны, не всегда хороши, не всегда комфортны. Вот. Вот в этом случае мы можем вам помочь. А это психологи не дают. Так, дальше. Апатия, подавленность ощущения, подавленность, как правило, связана с долгом, с обязанностью, когда человек вот, ну, чувствует, что он должен, что он обязан, что у него есть определенные обязательства перед. Допустим, перед, например, самим собой, или перед другими людьми, перед этого вот такое подавление твоих чувств. Идет. Вот. Усталость, честно. Это постоянное напряжение. Вот. Усталость, это постоянное напряжение. Дальше. Значит, раздражение. Это агрессия. То есть вы себя, скажем так вот, хаотично пытаетесь защищать, вот, что, ну, не очень получается, к сожалению, у вас. У этого тоже есть свои причины. Вот, ну, собственно, все, молодым. Кристина, это самые общие такие моменты. Дальше вам уже нужно индивидуально работать. Всего вам самого доброго и удачи.